Движ водоводы, и вот наконец наша гонка. Кстати, вот совпадение такое, хорошее название, хорошие песни. Слушайте хорошую музыку, а не то, что сейчас поют. Получилось так, почему заезжали с Audi? Потому что Корея японский автопром отказался заезжать с нами вообще. Было предложено заезжать к Kia Optima, она отказалась. Было предложено заезжать другим корейско-японским машинам, в частности, Camry 3,5 в кузове V40 тоже отказалась. Но, как говорит мой дядя, бей своих, чтоб чужие боялись. В более случая получилось так, что наш знакомый купил себе Audi A5, я пошел к нему, и он сказал, мы заедем. И мы заехали. Но краткий инструктаж по трассе. Мы выбрали теперь новую трассу, чтобы нам никто не писал, что мы ездим в оживленных местах, выбрали заброшенную трассу. Начало трассы — это Т-образный перекресток, прямой участок примерно 500 метров. У нас ребята очень плохо с хорошими дорогами, поэтому качество дороги не фонтан. Потом происходит небольшой поворот, и здесь примерно еще 300 метров дороги. Начало гонки идет от перекрестка, вторая часть гонки идет в противоход. Ну что сказать вам, гонка была достойная, мне понравилась. Если вы видели фильм «Форсаж» и он вам нравится, то по сравнению с нами, герои этого фильма были просто дети на мопедах. Здесь был настоящий адреналин, даже больше, чем в блоке Red Bull. А сейчас сама гонка. Камни еще. Что ты хочешь? Обратно. Ну давай, давай подальше обратно, чтобы вот по этому новому асфальту ехать. Давай, давай подальше обратно едем. Ну вернее туда, 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 да, дальше проедем. И... Поэтому обратно пойдем, да? Да, да, и поэтому обратно поедем. Да, понял тебя, давай. Я здесь разворачиваюсь, да? Ну что, ну да, в принципе уже можно, что много же. Давай, давай. Что, пошли? Да. Сейчас набираем. Короче, я готов, да? Начинай. Сейчас набираем. Давай, давай, давай. Иди, давай. Раз, два, три. Скорость не попал один раз, что ли? Болтает. А карманы ты успеваешь? Что, все на выезд? Нормально у тебя, хорошо едет. Ты в передачу не попал? Послышь? Да, да, вот. Когда ты вроде начал чуть-чуть, потом смотрю, я опять вот так, ну вроде начал догонять, вот в последний раз, и потом опять мы ровно стали. Как будто не попал в передачу первую. Да я бы этот, ты что, притормозил, притормозил, я смотрю, я смотрю. Эй, я видел, что ты лежал там? Нормально, нормально.
Ну нормально, я в конце задевался, я со 120 торможился. Ты нормально, я думаю, я просто левее буду ходить, чтобы... Не, ну я спрашиваю, я тоже, кстати, поздно начал тормозить уже. Как говорится, вот это настоящая гонка, а то, что там показывают, там по две полосы, что-то там, до 180, там, наверное, гонка. А что, мы сколько разогнались тогда? Ну, 130 с копейками. А ощущение было, как будто 500, да? Нет, надо нормальную дорогу. Ну, у нас же нет, мне пишут, с Белгорода. Едет, я Антон Мелов гоняет же. У них ровные, там, по 3 километра дороги, что гонять-то. А нам куда 3 километра? Нам бы 200 метров найти нормально. Ну, да. Да хотя бы километр вот ровный, уже блин, классно. Не, ну, на максималке твоя болезнь полюбась, даже думать начали, что хорошо ехать больше, максималку дальше. Просто она вот первый... Ну, да, ты за счет ручки, конечно, еще выигрываешь, базарами. Ну, и плюс вариатор, когда в ДСГ был, потрешивал. Да. А первый раз я просто раньше топором получал. Да, я чуть-чуть проспал старт. Так, не каждый день же гоняешься. Ладно, ехать надо, давай. Ладно, спасибо. Да, мне прикольно. Блин, скинешь там. Ну, вот этой тачки бы еще не было бы, которую сейчас там помню. А может и хорошо, что она была, сейчас потом не оттормозились бы. Ну да, там уже тормозить, я уже начал. Ну да, типа как, ты вот такой трус, он не проиграет, это Audi. Ладно, спасибо. Ссылку перескинь. Да, кину. Ну, кто победил, кто проиграл, судить вам, напишите в комментариях. Но маленький рассказ. Второй заезд я чуть-чуть профукал старт. Но, грубо говоря, я дал фору Audi. Просто понимаете, кто-то умеет водить, а кто-то просто Audi. Но это ни в коем образе не занижает достоинство водителя Audi. Человек сказал, заедем. Приехал и заехал. Это вам не полный отдых, который я ждал тогда 2 недели. 2 камеры. Только третья камера там тоже заехал. Тоже пацан был нормальный. Первый по полной программе. Но Audi это круче, и машина круче, и владельцы, потому что кто выбирает себе ВАК, настоящие мужики и чудо-женщины, это все здесь заказано. Пошла гонка, я спокойно догоняю, добавив газа Audi, но я не думал, что Audi пойдет на такой скорости. Вот такая была примерно скорость в поворот, тем более параллельно второй машине. Выйдя напрямую, я заметил, кстати, перед поворотом я сбросил газ, потом пришлось нажать, чтобы догнать Audi. Выйдя напрямую на дороге, видел, что идет встречка, но опять сбросил газ. Но, как говорится, неужели я проиграю? Было решено, что расстояние еще большое, добавил газульку, выровнялся с Audi, но стало уже критическое сближение с встречкой, пришлось оттормозиться и уйти назад. Теоретически в этой гонке, я бы сказал, победила Audi, но... Скажу так, Audi бы все равно победил бы. Нам примерно нужен был участок дороги в 2 километра. Кто будет говорить, что Audi со Шкода один и тот же момент. Но, ребята, и что Audi тяжелее, но у Audi и на 20 сил больше. Кто будет говорить, что Audi старенькая, буду уже знать, что ВАК выпускает такие движки, что они идут ровно паспортные данные, ровно паспортные показания делают по динамостенам, даже чуть-чуть завышены они. И с годами там сильно не теряется мощность, иногда даже остается такое же. Суть такая, что на большом, на длинном участке дороги Audi все равно выиграл за счет большего количества лошадей, у него была бы большая мощность. Но суть ролика была в том, показать вам, что малообъемный турбомотор 1.4 может дать уверенную борьбу более мощным атмосферникам. Это 2,5 литра вообще не в счет вообще для 1.4 турбо. Я думаю, даже и с 3 литрами может побороться. Я недавно пытался вывести на поединок один Lexus. Но пока что-то они не хотят, там 3-литровый GS. Ну и можем бороться с 1.8 турбомоторами до определенного момента. Как-нибудь мы все-таки найдем Octavia А7 1.8 на DSG. Да, там была аудюха на вариаторе, поэтому она, возможно, не так резво шла. На DSG она шла бы бодрее, ну на S-тронике вернее. Ну как-нибудь мы возьмем и заедем с 1.8 Шкодой. Там, думаю, тоже будет серьезная битва, даже очень серьезная. Но, понимаете, у нас нет нормальных дорог, нам, например, нужно 2 км дороги ровной. И тогда мы выяснили бы. Ну, чисто из-за лошадей максимальной скорости выиграют, и Audi выиграет, и Octavia 1.8. Но, понимаете, надо уметь владеть автомобилем. Вот эта Octavia, она прет на все свои 150 сил, 250 км, даже более. Как мы все это заценим? Ну, кому было познавательно, интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можешь написать еще какие-нибудь там пожелания, мысли. Все послушаем. Ко всем прислушаемся, к адекватным людям.
До новых встреч. До свидания.